Всем привет, меня зовут Владислав, и сегодня я расскажу вам о умных часах Huawei Watch GT 2. Чем они отличаются от часов первого поколения, и стоит ли вообще их покупать, и какие у них главные плюсы и минусы. Если вы хотите прочитать полноценный подробный текстовый обзор этих часов, то ссылочку на него вы найдете в описании к этому видео. Также там будут ссылки на другие наши обзоры часов первого поколения. Поехали! Первое и самое ключевое, что я хотел бы отметить, эти часы очень похожи на старые. Если вы владелец часов предыдущего поколения, то я не думаю, что обновление принесет вам слишком большое удовольствие. Но разве что вы действительно ожидали новые функции, которые и правда есть в этих часах, и я о них расскажу подробнее немного позже. Но для начала о дизайне. И да, дизайн новых часов обманчиво похож на старый. Ну, собственно, я не вижу в этом ничего плохого. Зачем ломать то, что и так отлично работает? Тут можно вспомнить опыт одной известной компании, которая из года в год эксплуатирует отработанную концепцию наручных устройств. Ну, кроме того, сам по себе внешний вид часов Huawei мне по вкусу, в отличие от упомянутого яблочного дизайна. Да, я из тех консерваторов, которые наотрез отказываются признавать квадратные часы. Для меня это неприемлемо. И вот, с точки зрения классического подхода, Huawei Watch GT 2 просто идеальный. В зависимости от расцветки корпуса и применяемых ремешков, они могут принять любой облик и удачно дополняют стиль владельца. Часы элегантные, но в то же время спортивные. Достаточно поменять металлический браслет или кожаный ремешок на силиконовый. Схема управления часов осталась прежней. Это две механические кнопки и сенсорный экран. Сам экран остался таким же. 1,39 дюйма, AMOLED. 454 на 454 пикселя и поддержка Always On Display. Влагозащита тоже осталась без изменений, на уровне 5 атмосфер. И даже зарядное устройство подходит от старой модели. Но некоторые внешние изменения в принципе можно найти. Задняя крышка едва заметно поменяла форму. А также безель вокруг экрана стал на один уровень со стеклом. А у старой модели, если что, он немного выступал вверх, защищая стекло от случайных ударов и царапин. Главное отличие у Huawei Watch GT 2 скрывается внутри. Это новая система на чипе. Вместо Qualcomm VR 3100 это фирменный Huawei Kirin A1. А это привело к прокачке Bluetooth с 4.2 до, внимания, версии 5.1. Плюс поддержка Bluetooth Low Energy, BR и EDR. Ну и тут мы подошли к основному. Новым функциям, которые появились в этих часах и под которые, вероятно, оперативная память была увеличена с 8 до 32 мегабайт. Ну и основное, что можно заметить, это появление микрофона и динамика. Да, через часы теперь можно принимать и совершать звонки. Люди, для которых эта фишка удивительна, ну, они, наверное, точно не тискали дешевые китайские часы на полноценном Android с сим-картами. Но если там все работало через дешевое китайское место, то тут все замечательно. Выглядит разговор по часам, конечно, немного странно, но отлично помогает, скажем, за рулем. Да и никто не мешает подключить к часам беспроводную гарнитуру. Также в Huawei Watch GT 2 появился встроенный музыкальный плеер. И объем внутренней памяти вырос до 4 гигабайт, из которой пользователю доступно 2,5 для хранения музыки. А остальное, наверное, отведено под обновление прошивки. Слушать музыку можно в том числе и через встроенный динамик часов. Качество, как вы сами понимаете, будет посредственное, но громкость вполне приличная. Но, естественно, лучше всего использовать для прослушивания музыки и телефонных разговоров беспроводную гарнитуру. В дополнение к функции телефонных разговоров, в меню часов появилось два новых пункта. Это контакты и вызовы. Меню контакты отвечает за 10 избранных контактов, которые вы добавляете в часы со смартфона и можете осуществлять по ним вызовы. Ну, а второе меню синхронизирует 12 последних вызовов из телефонного приложения звонилки, и по ним также можно совершать звонки. Довольно-таки круто. Новые часы все так же работают на упрощенной операционной системе LiteOS, из-за которой Huawei Watch GT первого поколения напоминали скорее очень дорогой фитнес-браслет, чем умные часы. С Huawei Watch GT 2 ситуация немного получше и появилось много новых функций. Новая фишка часов – измерение стресса по пульсу. Также имеются дыхательные упражнения,
О возможности совершать звонки я уже говорил ранее, но также появилась возможность управлять плеером на смартфоне. Конечно, функции управления ограничены одним плейлистом, а добираться к ней нужно очень долго. Необходимо провести аж 4 боковых свайпа. И пункты меню часы, разумеется, не запоминают, и при выключении экрана сбрасывают выбор до исходного. Но производитель решил эту проблему оригинальным образом. В меню часов появилась возможность назначения функций на нижнюю кнопку часов. И в том числе сюда можно повесить и музыкальный плеер. Впрочем, в новых часах сохранена главная фишка LiteOS. Это очень хорошая автономность. По заявлению производителя, часы могут жить на одном заряде до 14 дней и до 30 часов в режиме тренировок с включенным вообще всем, в том числе GPS, когда часы сохраняют трекинг ваших тренировок во внутреннюю память, потом синхронизируются со смартфоном и дальше в облако. Лично у меня эти часы жили примерно 6 дней. С активным постоянным измерением пульса, трекингом сна и стресса и с активным Always On Display, который, кстати, уменьшает время автономной работы примерно в 2 раза. В принципе, зарядка устройства очень быстрая. Примерно за 10 минут можно получить заряд, которого хватит на день автономной работы устройства. А за час с небольшим часы заряжаются до 100%. В принципе, это очень неплохо. Что ж, подведем итоги от капитана очевидность. Huawei Watch GT 2 – это часы. Ладно, если серьезно, в принципе, это неплохие часы, которые помимо новых функций сохранили главные особенности часов предыдущего поколения. Это их отличная автономность. Поэтому, если вы именно сейчас выбираете себе новые часы, я настоятельно рекомендую обратить на них свое внимание. Цены и ссылки на покупку будут в описании к этому видео. Но вот стоит ли апгрейдиться с предыдущего поколения часов на новое, это очень большой вопрос. Я уже об этом говорил, но повторюсь. Если вам действительно нужны эти новые функции, такие как телефонные разговоры, музыкальный плеер, измеритель стресса, и вы готовы заплатить за это реальные деньги, то, конечно же, вперед. Лично я считаю, что разница не такая уж и существенная. Автономность осталась та же. Внешний вид, в принципе, тот же самый. Минус защитные свойства безеля. Но это, разумеется, мое мнение. А если вы с ним не согласны, то добро пожаловать в комментарии к этому видео. Ну, на этом все. Не забудьте про лайк, подписку и колокольчик. И мы благодарим магазин Киев IT за предоставленное помещение для съемки. До новых встреч!